Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Очень рада всех видеть, слышать. И действительно, такая очень животрепещущая сессия по изменениям стандартов лечения пациентов раком легкого, как не мелкоклеточного, так и мелкоклеточного. Ну и хотелось бы рассказать о тех изменениях, которые появились действительно впервые за последние 30 лет. Мы знаем, что процент пациентов мелкоклеточным раком легкого составляет 13-15% от всех случаев рака легкого. И основной фактор риска возникновения мелкоклеточного рака легкого – это заядлые курильщики. Если пациент говорит о том, что он никогда в жизни не курил, у пациента мелкоклеточный рак легкого, на самом деле стоит задуматься о том, чтобы пересмотреть этот гистологический материал. И мы знаем, что у этих пациентов имеются особые биологические характеристики. И, к сожалению, медиана выживаемости этих пациентов очень маленькая. И действительно, адекватная статистика отсутствует, и причем не только в Российской Федерации, и связана она с тем, что мы кодируем пациентов как мелкоклеточным, так и не мелкоклеточным раком легкого, С34, и вычленить оттуда именно пациентов с мелкоклеточным раком легкого достаточно сложно. Мы знаем, что пациенты с мелкоклеточным раком легкого, обращаясь к нам, в большинстве случаев обращаются уже с распространенной метастатической стадией. И локальная стадия определяется порядка менее 10%. И, к сожалению, пятилетняя выживаемость пациентов с наличием отдаленных метастазов не превышает, как мы видим, 3%. То есть заболевание протекает достаточно агрессивно, пациенты приходят к нам с большими крупными опухолевыми массами, и клинические проявления являются очень неспецифичными. Это могут быть местные симптомы, такие как кашель, одышка, боль в грудной клетке, кровохарканье, осиплость голоса. Это общие симптомы, такие как потеря веса, слабость, анорексия, лихорадка. Это могут быть паранеопластические синдромы, это особенно характерно для мелкоклеточного рака легкого, это различные эндокринологические нарушения, синдром гиперкортицизма, это могут быть неврологические нарушения, но связанные не с поражением головного мозга, а, например, с возникновением миастенического синдрома. И что касается патоморфологической классификации, мы знаем, что мелкоклеточный рак легкого – это эпителиальная, низкодифференцированная нейроэндокринная опухоль высокой степени злокачественности. Поэтому, соответственно, она имеет маркеры нейроэндокринной дифференцировки, и в редких случаях мелкоклеточный рак легкого может развиваться в результате гистологической трансформации из немелкоклеточного рака легкого. Вот у нас в практике было два таких клинических случая, когда пациенты с наличием активирующих мутаций получали таргет, терапию, затем химиотерапию, и при очередной биопсии у них была выявлена трансформация не мелкоклеточного рака легкого в мелкоклеточный рак легкого, и они отвечали на терапию, которая характерна для мелкоклеточного рака легкого, получали химиотерапию по схеме ЕП. Стадирование может проводиться в зависимости от стадии, от распространенности мелкоклеточного рака легкого, как может быть локальная стадия, так и распространенная, да, при наличии отдаленных метастазов. Также может быть привычное нам стадирование, это по системе ТНМ, которая используется в НССН, в ЭСМО, в РУСКО, в АОРИ, и позвольте, я на этом подробно останавливаться не буду. И действительно, в течение 30 лет особого прорыва в лекарственном лечении мелкоклеточного рака легкого не было. В 70-е годы начали использовать алкилирующие препараты. Первым прорывом стало использование препаратов на основе платины, это использование химиотерапии ЕП, которая долгое время являлась золотым стандартом, и в принципе на сегодняшний день это основная схема нашей терапии. В 90-е годы появилась комбинированная терапия, это использование синхронной химиолучевой терапии, появились возможности профилактического облучения головного мозга, и появились возможности использования второй линии химиотерапии. И только вот мы видим в 2018-2019 году впервые удалось повлиять на выживаемость, на общую выживаемость наших пациентов путем добавления иммунотерапии к химиотерапии. Что касается лечения локальных стадий, как мы видим, хирургическое вмешательство может быть применено только при морфологически подтвержденном N0 лимфатических узлах. Если такого морфологического подтверждения у нас нет, либо у нас есть подозрение на то, что все-таки есть изменения в лимфатических узлах, конечно же, нужно проводить химиотерапию. Как мы видим, что для пациентов Т1, Н2, М0, локальная стадия, проводится химиотерапия, либо химиолучевая терапия,
с профилактическим облучением головного мозга. Но вот что касается распространенной стадии, здесь мы уже видим появление иммунотерапии. Это проведение 4-6 циклов химиотерапии в зависимости от эффекта на фоне химиотерапии с добавлением иммунотерапии. И если удается получить хороший частичный регресс, то можно обсуждать последующее облучение головного мозга. Что интересно, что цисплатин и карбоплатин, в принципе, они являются равноэффективными препаратами. Стандартом является проведение 4-6 циклов ЕП с частотой объективных ответов 50-75%. Мы видим, что действительно очень маленькая двухлетняя общая выживаемость. Медиана общей выживаемости не превышает года, но у цисплатина и карбоплатина несколько отличается профиль токсичности. При этом эффективность этих препаратов она одинаковая, поэтому мы можем использовать что один, что другой препарат в наших схемах химиотерапии. Профилактическое облучение головного мозга ведет к снижению риска метастазирования в центральную нервную систему, но не демонстрирует улучшения общей выживаемости. И опять же, если у нас достигнут ответ на нашу терапию у пациентов, то мы можем проводить лучевую терапию на область грудной клетки. И мы видим, что это ведет к увеличению общей выживаемости у пациентов однолетней до 33%, а двухлетней до 13%. Ну и если посмотреть эффективность объективного ответа на фоне первой линии, мы видим, что пациенты достаточно хорошо отвечают на первую линию терапии, но, к сожалению, пациенты очень быстро прогрессируют, и прогрессируют все пациенты. Ну и вот мы видим, что действительно в течение 30 лет отсутствовал какой-либо прогресс в лечении мелкоклеточного рака легкого. Было проведено большое количество клинических исследований, но прорыва не было. И благодаря чему вообще появились предпосылки использования химии иммунотерапии, мы знаем, что для мелкоклеточного рака легкого характерно большое количество молекулярных нарушений. Мы видим, что чаще всего это встречается ген ТП53, РБ1, и вот эти молекулярные нарушения, они позволили задуматься о том, что, возможно, стоит использовать иммунотерапию. Также для мелкоклеточного рака легкого характерна высокая мутационная нагрузка, которая, как сегодня уже обсуждали, может быть ассоциирована с более высоким ответом на терапию ингибиторами контрольных точек. Но что интересно, что для мелкоклеточного рака легкого уровень экспрессии PD-L не показал никакого значения, и независимо от уровне экспрессии PD-L пациенты отвечали на проведение иммунотерапии. Мы видим, что появляется иммунотерапия как в монорежиме, так и комбинированная иммунотерапия. Но вот в зависимости от уровня мутационной нагрузки, действительно удалось при высоком уровне мутационной нагрузки добиться более хорошего ответа на фоне проводимой химии иммунотерапии. Опять же, мы видим, что пациенты, которые получали терапию в качестве третьей линии, в монотерапии, иммунотерапия была, пациенты, которые достигали ответа, ответы сохранялись длительно. Это характерно, в принципе, для всех клинических исследований у пациентов с солидными опухолями, у которых удалось достичь ответа на фоне иммунотерапии, ответы сохранялись длительно. Вот интересное исследование у нас, в принципе, сейчас зарегистрировано. Одна комбинация химии и иммунотерапии, но вот появится скоро вторая комбинация, которую мы можем использовать. Мы видим, что химия и иммунотерапия позволила увеличить медиану общей выживаемости. Мы видим, что через 24 месяца живы 22% пациентов метастатическим мелкоклеточным раком легкого. В принципе, о таких цифрах мы раньше не могли даже и подумать. Ну и вот мы видим, что в настоящее время у нас зарегистрирована схема использования карбоплатина топозита тазолизумаба. Скоро, наверное, у нас будет регистрация топозиты препарата платина с дурвалумабом. Ну и вот идутся исследования этапозида, препарата платина и ниволумаба. Не совсем понятно, почему не сыграл рукав использование этапозида, препарата платина и комбинированная иммунотерапия, но я думаю, это нам покажут дальнейшие результаты исследований. И хотелось представить вам наш клинический случай. Это мужчина, 58 лет, заядлый курильщик. В 2017 году он обратился с жалобами на головную боль, головокружение и нарушение речи. Ему было выполнено МРТ головного мозга, были выявлены множественные метастазы, выполнена компьютерная томография и выявлено образование верхней доли правого легкого. Была выполнена бронхоскопия, биопсия, и у пациента была выявлена опухолевая инфильтрация, суживающая
просвет бронха при гистологическом исследовании диагноз звучал как мелкоклеточный нейроэндокринный рак легкого. Как мы видим, как для большинства мелкоклеточного рака легкого высокий уровень Ки-67, он превышал 90%. И с учетом того, что у пациента имелась мозговая симптоматика, терапия началась с лучевой терапии. Была проведена лучевая терапия на головной мозг, и далее неврологический дефицит у пациента регрессировал. Дальше было выполнено по компьютерной томографии, мы видим достаточно крупное образование в средостении, и пациенту была начата химия иммунотерапия. Мы видим, что вместе с иммунотерапией у пациента отмечалось уменьшение образований в головном мозге, но мы помним, что была проведена лучевая терапия, и в грудной клетке практически регрессировали образования, которые были в средостении, и первичная опухоль. Пациенту было выполнено 4 цикла химиотерапии, так как исследование, он получал терапию в рамках клинического исследования, там было предусмотрено только 4 цикла химиотерапии, и дальше получил 13 введений иммунотерапии. Мы видим, что эффект сохранялся у пациента на протяжении 8 месяцев. Но на фоне поддерживающей иммунотерапии у пациента случилось прогрессирование заболевания в виде появления новых очагов в головном мозге и появления очага в левом надпочечнике. Пациенту в качестве второй линии была начата стандартная терапия, мы знаем, вторая линия, либо топотекан, либо иринотекан. Здесь была выбрана терапия иринотеканом, он получил 7 циклов, видим, с очень хорошим регрессом, минус 66%. И опять же курс в декабре снова появление очагов в головном мозге новых, проведен курс лучевой терапии. И видим, что в мае 2020 года у пациента снова появление метастазов в головной мозг и появление метастазов надпочечника. Ну, на самом деле у меня по большому счету один вопрос для аудитории, чтобы они выбрали в этой ситуации, простите, пожалуйста, в качестве третьей линии терапии, химиотерапии, иммунотерапии или химия-иммунотерапии. Мы знаем, что в качестве опции третьей линии у нас есть монотерапия, иммунотерапия мы можем использовать, но хотела бы напомнить, что пациент прогрессировал на фоне химии, иммунотерапии. А есть у нас возможность голосовать? Да, у нас идет голосование. Там 10 секунд, они длятся очень долго просто. Да, мне просто не видно, поэтому я... Да, вот... Я вижу, что большинство проголосовало за химию и иммунотерапию. На самом деле мы так и сделали. Мы начали проводить в качестве рутинной практики зарегистрированную химию и иммунотерапию. Это схема ЕП с атезолизумабом. Но посмотрите, пациент изначально диагностирован с метастатическим заболеванием, мелкоклеточным раком легкого, метастазами в головной мозг в апреле 2017 года. Сейчас на дворе ноябрь 2020 года, и пациент с сохраненным функциональным статусом более 43 месяцев продолжает терапию. И на самом деле... Когда мы начали анализировать наших пациентов, которые получали химию и иммунотерапию, получилось на самом деле очень интересно. Я помню, когда в ординатуре, заполняя опросники по мелкоклеточному раку легкого, спрашивали, сколько пациентов у вас получают первую линию, вторую линию. Мы писали, что первую линию получают, конечно же, все, а вторую линию получают 90%. Но на самом деле, посмотрите, что получилось. Первую линию-то получили практически все пациенты, да, которые попали на отделение, понятно, что они для проведения химиотерапии, но при этом вторую линию получили только раз, два, три, четыре пациента из общей массы, а третью линию получили только два пациента. При этом пациенты, которые получали только химиотерапию, они, к сожалению, все уже погибли, а пациенты, которые получают химию и иммунотерапию, вот один единственный вот этот пациент, про которого я рассказывала, он прогрессировал и получает третью линию терапии, а остальные пациенты, которые получали химию и иммунотерапию, живы без признаков прогрессирования заболевания. Спасибо большое за внимание, и, может быть, есть какие-то вопросы.